наркоман. Да. Отойду пару минут хапчик положить. Подавай, я сам хаваю. Котла спекайся сразу в танком, мы трэш будем танчить. Турбо, поставь сюда порт в игре, в этот, в гримар, да. Мне надо фасну слетать больше. Вот сюда, вот, чтобы никто не... Ага. Я сказал, что не микстурка я ралит, а на мне лидер висит, да? Царь собрал, блядь, нам. А, шкаф пропал. Вибили, козум, вот, вибили. Виби, короче, спекайся в демона. Демоны просто дамажат сумасшедшие. У нас козум в демоне. Это все хорошо, я про дамаг говорю. А-а-а. Локи в демоне просто сумасшедшие, я это сам увидел. Там новых скиллов этот, появляется просто хуево-пухуево. Согласен, есть и не больше. Ну, у тебя 4 есть. Что, я хилю, да, опять? Как лошар, да. Пиздец. О, а Казум задонатил этот сектанта или секстана, или выбил? Так я ему отдал прошлый раз, алё. А, блядь, ну, я и магу хочу просто, жесть как. Три воронки, будет 4 ТП, хорошо? Помойная тринка, помойка. Сначала а Шредер, потом Казум. Катаны, это просто бомбезно. Шредер, сколько тебе еще воронок надо? Это турбо, а теперь шатрат, можно, пожалуйста? Их не отдают, их продают. Давай за 5к раздавак. Три штуки есть? Ну, танки пулять будете, трэш, не? Короче, император, потом сам будешь лететь. Лапу. Есть лапу? Кресты раздайте с кулаками. Стур забери. Того. Видео сейчас увидел. Треугольник убрать и быстрее. Милики от вихри отходим. О, а вот этот дебаф вешается, получаемый физический урон от воина, он только на вояк, да, действует? Присумонить. На 13% от Т4, который? Mm-hmm. Да, только на вар. Блин, ну тут получается вар в Т4, а по это остальных воров. Так, мы тут трэш что-то изменился. А вы хилить? А вы хилить вообще пробовали? Трэш что-то посильнее стал. Он сейчас какой-то удар наносит 40 тысяч, просто магически. Да, всех сумолил, где вылазил? За контрольный персонаж. Нет, мастер, нет. Нет, мастер, нет.
Ты читаешь счет, кто кого убил? Я говорю, что меня убили 40 тысяч, если я танк. Мне нанес 40 тысяч моб, подкинув предварительно. Раньше этого не было у меня, по крайней мере. Сука, трэш скинулся. Ёбаный урод, прикол. Играем во всех этих звездочетов, ТДТП, потом милик обьет. Чулан зашел. Ну, чулан, я думаю, не против будет, если... А, ему еще с робота плечи нужно. Ему надо в рейд, во-первых, прислайд, я не знаю, да. Кто это такой, и что он взял. Прислайд на замену. Суманите хила, друиды. Шкафа нету. Прислайд, смотри, просто, ну, во-первых, твой приоритет, ты шмотку не заберешь. Это раз. Что вторую неделю? Что ты заберешь с этого инста? Тебе что-то надо? Ладно, похуй. Бафники, да. Ну, а что он думал? Вступит в гильдию и сразу все? У нас совы нету, господа хорошие. У нас или посрать нахуй. У вас адекай, посрать. Это сова рано. Хосту дает. Тотем он дает хосту. Кто прислит заберет с этого рейда с приоритетом 7? Скажите, пожалуйста. Да не, я его просто вот после, да, Феникса заменю. Даже во время Феникса я ебашу ему ГП за то, что он не знает тактику. Да не надо. Из-за того, что он хуяло ТП сеть будет. Ничего не надо ебашить, просто, ну, очевидно, что чувак 258-й, я даже не смотрел сокеты и таланты, очевидно, что он не подходит для Келя, ой, для... Давайте мы его осмотрим. Как мы тогда на РП попадать, если тактику объяснять не собираешься, на рейд? Не берешь, а садишь на замену постоянно. Смысл, да, вообще в гильдии сидеть и это ждать. Ну, братан, ты можешь ливнуть с гильдии, пойти в джоки и также там сидеть, как бы, на замене, и еще тебя при первом же косяке просто кикнут. Ну и радоваться жизни, не знаю. Хотя бы ЕП начисляют. Хорош, хорош. Давайте сделаем следующим образом. Кто может уступить при лайту место, нахуй? Если вам нужен будет какой-то шмот, я поменяю его. Конечно, бычьи головы можно. Я могу уступить. Кавани, значит, уступать. С этого начинать надо было, не разгонять эту хуйню. Я не собираюсь ничего, блядь, разгонять и ничего, нахуй, кому-то уступать, где-то еще что-то. Просто прислихт в гильдии уже вот этот порядка 4 месяцев. Какого-то рейдинга от него я вообще не вижу. И о чем вы говорите, берете, не берете в рейд, вы... Нет, он после меня вступил. Я еще здесь, наверное, только второй месяц. Ну, 2 месяца. Ну что, это мало, что ли? Ну, как бы немного. Я тоже первые рейды не посещала. Я за две недели уже в основной статик пошел и давал топ-3, топ-2 ДПС. Голубь. Ну, извини меня, если ты донатишь, то это одно. Что донатишь? 252-м престом донатишь? 252-м престом донатишь? Турборот, нахуй, свой лов не, блядь, заебал, нахуй. Ой, кровостражик, который... Мастер, я, короче, буду в Дискорде ниже, если что, перекинь. Вот ты задонатил тут и сидишь, тут теперь въебываешься своим ДПС. Не говори.
Давай все, кто задонатит, поливают, блядь, пронеси босса. Я на тебя посмотрю. Пройдем. Не сразу, но пройдем. Ага, да конечно, расскажи мне. Ну что думаешь, без доната? Оденемся и пройдем. Босса сейчас в драке нет. Воет здесь. Может, вам хорош? Потому что это будет так и дальше. Кого сломать? Ну-ка. Я так как бы зрители попались, а не в цирк. Ну, извольте. Куда ты собрался? Я хочу кого-нибудь сломать. Я так и знал, что смелых нет. Сломай себе анус. А вот один. Вой, ты далеко живешь слишком. Ты я не поеду в Новосибирск. Ты... Схолодно, пизда. Не хочешь, не иди. Это не холодно, на самом деле, -20 всего лишь. Ебать. Не холодно. Сейчас, да? А зимой? Так сейчас и есть зима так-то. Ну, блять, это у вас зима, нахуй, у нас пока осень. У нас зима 6 месяцев. У нас 5. А 5... у нас в квартире газ. 5 месяцев какое-то говно, слякоть, дождь. 1 месяц лето, а остальное 6 месяцев зима. Войд, у тебя же это Новосибирск, да? Да. Как-то тихо стало. Это хорошо. Кайф. А чё, тишина такая? Пускай будет. А что, плохо? Плохо. Будет дальше продолжаться такая тишина, блять, я вообще в рейде ходить не буду. По-моему, замечательно. И, ребята, то, что донатит в игру, это ихнее сугубое личное дело. Вы не ну и пусть не выпендривают. Причем тут выпендривается, нахуй. Чувак, блядь, задонатил, дает свой ДПС, нахуй. Старайтесь, блядь, растите, нахуй. Так же, блядь. И мы выдаем на свой ДПС. Не все. Я в твоем шмоте 16к давал. Закрой рот. Здравствуй. Кто давал, кто не давал. Не все умеют играть, как ты, либо я, либо еще как-то. Ну, значит, они все раки, учатся. Я о том и говорю. А вот тут ты уже не надо оскорблять. Рак тут только я, на. Заебал, так пусть оно ебало свое не открывает на донате. Сука.
дурачок, что ли? Ёбаный цирк, блять. Мастер, раздай нахуй мут, пожалуйста. Да что тут раздавать, тут только одному дать. Давай, чтобы всем легче было, пойду, короче, на замену, бери этого Джованни, и всем будет... Царь, у ты тебя просто эти... не хочешь ходить в рейды? У тебя эти нет, дни... я не хочу слушать это. А какого ты хуя агрессируешь на людей, блядь? Ты понимаешь, что ты не хочешь что-то там слушать, а нахуй ты людей оскорбляешь? Ты первый царь начал выебываться, тебе ответили, теперь ты начинаешь ныть, нахуя? Натуре. Давайте молча просто пройдем рейд. Приз не подходит для рейда, она говорит, что я выебываюсь, то, что, блядь, я доначу. Кто первый начал? Ты что, нормальный? Нет. Наркоман, блядь, сидишь, говоришь ничего-то. Вообще вспомни, с чего разговор весь начался. Я говорю, принесли 258 эквип, не подходит для этого рейда. Сейчас зайду, посмотрю шмотки его, посмотрю его талант из сочи. Куда ты знаешь? Это, блядь, открывает свой ебал и говорит, типа, я помолчи. Типа, я понадонатил, хожу, выебываюсь. Во-первых, ты начал говорить, что он давно... Стоп. А теперь смотри, блядь, ДПС-лист. Сука, рты, блядь. А теперь смотри ДПС-лист в трэш, блядь. Прислайд надамажил чуть больше, чем Фелшер. На свой кейл надамажил. Поэтому все, блядь, вопрос исчерпан. Молча, сука, пошли в рейд. Спасибо. У вас тут весело, я смотрю. Чулан, уходи отсюда. Присоединяйся. Ну зачем? Если только вискаря влить в меня пол-литра, тогда поучаствую. Ну, поделись, если что. Говорят, что... А то так неинтересно будет. Гореть на пустом месте, а так... Какие рейды вообще на трезвом? Вот будет. А чё стоим? Стоим, потому что сейчас думаем, два танка или третий. Подходите сюда. Ты на кого выдавать будешь? На всех. А нет. Я на ДД раздам. Я все раздаю. Ну окей. Обмен давайте. Котлас, смотри, ты в танке будешь, наверное, на этом боссе. Так что на этом боссе можешь не пить. Спасибо за сум, я уже сам прибежал. Не за что. Всегда пожалуйста.